Мой марафон «Путь изобилия» стартует теперь каждые первые лунные сутки. Почему же именно в это время? Для этого есть как минимум три причины. И первая из них – те, кто за мной следят и наблюдают, знают, что я обожаю космос и звезды. И точно уверена, что космические небесные светила помогают нам с вами в достижении тех или иных целей. Важный здесь лишь один момент – прислушиваться, когда Вселенная максимально открыта к этим всем нашим запросам. Второй момент. Луна своим гравитационным полем воздействует на земную биосферу и вызывает изменение магнитного поля Земли. Также Луна является таинственной силой, которая способна управлять жизненными процессами. Об этом уже давно известно всем. И об этом можно почитать где угодно, поэтому останавливаться здесь подробнее не буду. И уже в-третьих, судя по всему вышеописанному, самым оптимальным для начала всех новых дел, проектов, реализации планов и решения каких-то сложных своих задач являются первые лунные сутки. И все, что мы начинаем в это время, заканчивается исключительно позитивным результатом. Ну и естественно, по всем этим причинам я не могла обойти стороной это такое шикарное время, когда можно начинать что-то новое. И весь процесс марафона будет рассчитан на 21 день. Ведь, как известно из любых исследований, это максимально минимальный срок для создания какой-либо новой своей привычки. И те, кто будут в марафоне, все абсолютно смогут получить удовольствие и какое-то свое удовлетворение от мудрости тех осознаний и результатов, которые вы получите во время прохождения марафона и уже после него. Еще хочу сказать о том, что каждый день я буду опубликовывать в этом марафоне задания, аффирмации дня, медитации дня и пояснения задания. Время, которое вы можете затратить во время прохождения марафона, это минут 20-35 в день. Это уже зависит от вашего желания и собственных усилий. Но скажу так, что изменения при этом гарантированы всем тем, кто будет реально погружен в процесс. Этот процесс будет возможностью научиться выделять время на себя и свое собственное развитие, но делать это каждый день, изо дня в день, не откладывая на потом. Работаю я в марафоне как в личке, так и в группе. Но последнее время работа в личке почему-то всем больше нравится. Ну, в принципе, это понятно, потому что я уделяю каждому время, каждому отвечаю на вопросы. И в личке получается, что мы немного дольше работаем и прорабатываем какие-то моменты все глубже, глубже и глубже. Поэтому этот метод, конечно, людям интереснее. Но в группе также сконцентрировано, представляете, вот масса, вы не одни, вас несколько. Приблизительно в одно и то же время, ну хотя бы в один и тот же день, вы делаете массовую, мы делаем, да, аффирмацию, медитации делаем, и это усиливает результат, потому что мы, единомышленники, двигаемся к определенному своему результату, но в групповом сознании. Фишка здесь в концентрации и переосмыслении многих жизненных аспектов. Я являюсь лишь проводником информации, не более того. И цель марафона – узнать себя лучше, изменить и уточнить свои убеждения, а также свою жизненную позицию. Поэтому каждого я жду в первые лунные сутки в своем марафоне.